И послал Творец великие испытания Борису Абрамовичу, но тот с честью справился с ними и стал человеком непорочным и богобоязненным. Хватит дрыхнуть, Шлемазл! Праздники закончились, пора становиться праведным евреем. Я твой дальний дедушка Хаим, а нынче я призрак. Все твои беды от Божьей немилости. Пока ее не вернешь, в тюрьме кататься будешь. Вспомни, что ты еврей. Вернись к Богу и живи по его заповедям. Хвала Всевышнему, он очнулся. Где я? В общем, этот аморальный тип, он украл свиток, продал. И умер. Если бы. И после этого род наш вроде проклят. Хотелось бы знать, как можно этот вопрос урегулировать. У меня для вас новость. Я решил, что теперь буду евреем. А ты кто? Кацл Папе, новый мик. Ему сегодня нельзя говорить. По телефону у него... Всецело посвятите себя Всевышнему. Изучайте Тору, молитесь. У него... Шаббат. У него шаббат. Надо милость Всевышнюю возвращать. Роз возьму? Они с похорон. Ну, мне не дарить. Лепестков в ванну натрясти. Галочки. Впечатлен твоей борзостью. Сейчас самый цимис начнется. Наполняйте сосуд Божьим благословением. А как мы узнаем, что он наполнился? Все просто. Я исчезну. А ты куда с утра пораньше? На пробежку. Че про синагогу-то не сказал? В нашей стране, если решишь стать евреем, делай это потихонечку.